Друзья, поговорим о чесноке. У многих возникает вопрос, почему пожелтел чеснок. Вариантов несколько. Первый. Если вы заправили с осени хорошо грядку и посадили чеснок, весной при развитии он у вас пожелтел. Здесь влияет фактор того, что погодные условия нестабильные. То есть холодно ночью, днем жарко, проливные дожди. В общем, температурный и погодный дисбаланс. В этом случае просто ухаживайте за чесноком, рыхлите его, подкармливайте, как обычно, поэтапно. И он восстановится. Второй момент. Если вы с осени грядку не заправляли, подкормили один раз, в данном случае, как у меня, мячной селитрой, и он у вас пожелтел. Это говорит о том, что здесь недостаточно питания. В связи с большими осадками питание ушло, вымылось. Сейчас необходимо подкормить чеснок коровяком или настоем куриного помета. Есть у меня на канале, переходите, как приготовить. Либо на 10 литров воды 20 грамм аммиачной селитры плюс 20 грамм сернокислого магния. Делаем бороздки, проливаем и заделываем сразу же грунтом. Чеснок у вас отойдет. И хороший будет урожай.